Сейчас коротенечко в полчасика сыграем 3-4 матча за еще одного героя Overwatch. Это будет Жнец. Это ДПСер, причем он наносит основной урон именно в... на близкой дистанции, на средней близкой дистанции. У него дробовики, скорострельные 8 зарядов, хороший очень разброс, поэтому на дистанции он работает очень плохо, на большой. Пользователь Леший666 активировал премиум на ваш... Леший, спасибо тебе. Ульта, цветок смерти, крутится и дэмэджит все, что есть вокруг в определенном рендже. Шаг сквозь тень — это телепорт. На Ешечку может телепортироваться не так далеко, как иногда хотелось бы, конечно. Но телепорт помогает как раз в тылы зайти, к снайперам, к турелькам. Без телесности. Левый shift повышает скорость передвижения, делает неуязвимым, но не позволяет наносить урон. Ну и, собственно, пассивный навык восполняет здоровье, которые остаются после того, как вы убили вражеского героя. То есть такие сферки остаются, красненькие, как в Диабле. Кстати, да, очень похожи на диабловские сферки. И они восполняют что-то вроде 50 хп. Жнец очень часто бывает, ну, в опытных руках, естественно. Я неопытный, сразу предупреждаю. За него играл, наверное, раз 5-7, но что-то как-то и не понял. Но сейчас будем разбираться, в общем-то. А будет телепорт чаще. Попробуем. Карта любопытная, здесь Жнецу можно найти роль, но надо сразу выходить не с парадного входа, а как-нибудь с тыла. Скорострельное следующее. По мишени, которая вот по центру, вы в принципе видите, как, какой у него разброс. Ну или по стенке, по которой попадают дробинки, да? То есть оптимально вообще работать на вот такой вот дистанции по цели, вот такой вот, чтобы все дробинки попадали в цель. То есть даже не средняя дистанция, не такая. Здесь уже в два раза меньше урона идет. Вообще вплотную надо работать практически. Вот где-то 3 метра. 3 метра, дальше идет разброс. Да. Ни в коем случае не перестреливайтесь на большой дистанции. Ни в коем случае. Это от лукавого. Это там вообще никакого дамага. Вижу, куда можно стелепортироваться. Но... перепутал клавишу, ё-моё! Телепортируюсь, но он уже оттуда ушел. Ёшки-матрешки. Турельку уничтожил. Вот это да, вот это хорошо. Так, вижу фару. Здесь кто-то был. Ой-ой-ой, хилки нет. А где там хилка? Оп! Я нажал shift! Я нажал бестелесность! Слишком поздно. Да, он меня увидел, прострелил на шару, а я вернулся, как Вася. Да, 7 хитов снял. Окей. Давай. Что наверху? Давай сразу наверх. Здесь чисто. Едем дальше. Телепорт практически уже откатился. Им нужно работать, наверное, с фланга все-таки. То есть в лоб ни в коем случае не идти. Нужно доставить этот груз. У нас есть все шансы. Фархим вперед идет. Считай, я взял и прошел вперед. Там Ханзо стреляет. Не, нужно вот отсюда вот эти. Да ё-моё, чуть-чуть не хватило, Я прям считаю уже. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Последним входили хорошо, он там еще сзади жнец был. С того света. Ладно, хорошо. То есть только близкое расстояние. Кстати, карта очень хорошо для него подходит. Тут очень много проходов, вот именно коридоров таких специфичных. Давай. Пошел телепорт. Перезаряжаемся. В любой непонятной ситуации перезаряжаемся. Ой, плохо. Так, назад.
Да блин, какая же ты наглая-то, а? Хилка, 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 хилка. Так, тут ловушки. Я хочу наверх. К Ханзу. Оу! А шифт у меня уже откатился, на самом деле. Я неожиданно... Ну, хотя... Нет, он лучше начал сражаться. Так, есть ультимейт. Ультимейт надо юзать в куче, прям в куче врагов. Да что ж ты по мне стреляешь, я ж свой. Так, симметрия. Хорошо. Сразу перезарядку. Перезарядка. Ой-ой-ой-ой, Ханзо. Так, снизу. Телепортируюсь. Там фару вижу. Хилку надо брать. Так, shift. Заходим и крутимся. Крутимся, крутимся. Хотя не надо так ультимейт отдавать. Ну, потому что ты, когда начинаешь юзать ульту, то становишься... Вот, это слишком ожидаемо было, что он, они меня примут. Я совсем мало урона нанес на ульте. Но, кстати, 68% при этом откатилось. Что удивительно. Так, давайте наверх. Мне как-то комфортнее, чтобы вижена было побольше. Да, и поэтому спрыгиваем вниз. Вообще комфортнее вот в таких вот узких проемах. Так, ульта Макри. Фара ультует. Я все это пропускаю. Ай-яй-яй, надо было от Рокета, конечно, шифтом уходить. Короче, рефлексы здесь нужны. Рефлексы за каждого персонажа. То есть у кого-то в любой непонятной ситуации жмешь шифт, у кого-то Е. У кого-то шифт, у кого-то Е. Надо было просто... Ну, хотя да, если нажал бы Е, про это самое... Так, ну что, наверх имеет смысл заходить? Да ими. Нет, не сюда, нет! Топовый телепорт. Как призрак из тьмы, ё-моё. Вот это телепорт. Вот это я дал, конечно, стране угля. Ай-яй-яй-яй-яй. Ловушки. Не, нельзя, наверное. Хотя давай с шифтом зайдем. Ультуем. О-о-о, только две фары меня на пару заспамили ракетами. Но я как увидел эту туреточку, подумал, блин, сейчас или никогда. И решил лютануть. Я поглощу их души. У них телепорт. Эй, проходим. Кто-нибудь, помогите мне с этой штукой. Давай наверх сразу же. Но это не совсем правильно, потому что я тут дальше не пройду. Оп. Да как так? Ничего себе. Такой наглый. Оглушил еще. Ой, тихо. Так, я хочу хильнуться. И едем дальше. Да ёшки-матрёшки! Почему шифт не зажал тоже? Ой, не-не-не-не, там ловушки добили. Я увидел симметру, понял, что лучше дальше не идти, потому что если есть симметра, значит где-то рядом ловушки. И тут бзз, и все. Унижен дроном. Так, едем дальше. Вообще нужно стартовать с шифта, то есть... К тому моменту, когда ты дойдешь, оно уже может откатиться. Фара там вражеская ультовала. Надо поближе зайти к ней. Оп! 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 Какая-то ересь.
У меня есть ультимейт с одной стороны. С другой стороны, хп не завезли. Это очень плохо. Ох ты, свои. Я так перепугался. Воу-воу-воу. Что-то везде враги. Как же быть-то? Может, телепортироваться просто? Давай туда, вот туда. Там аптечка есть, я знаю. О, нет! О, она ульту завязала, я на шифте ушел. Ну, сейчас умру, правда. Так, одна минута. Одна минута, нужно до точки немножко дойти. Сейчас я выхожу и сразу же, внимательно. Внимательно, сразу же прожимаю shift, пробегаю вперед. Ульта почти готова. 40 секунд до конца. Надо лезть вперед, надо лезть. Скорее всего, надо прыгнуть на самый верх. Вот сюда куда-нибудь. Потом спрыгнуть с ультой. Там турель стоит. Блин. Ну что? Там турелька стоит, стреляет. Капец. Я должен к турельке телепортироваться. Да отлично, Михаил! Это топовый ТП! Топовый! Топовый! Блин, я не могу. Телепортируется. Бывает. Ой, и не говорите. Хорошо, но я, по крайней мере... Ну, была ситуация практически патовая. Я спрыгнуть вниз не могу, турелька стоит по-царски. Думаю, что делать? Надо за турельку телепортироваться. И убить ее, спрыгнуть и ультануть. Ну, как бы... Классный план, отличный. Только турелька была против. Беда. Под шифтом же лучше к турелям подходить. Да я до нее б не добежал под шифтом. Там слишком большое расстояние. Но надо было попробовать все-таки. Ладно, попробуем. Фархимин говорит, ну я на сегодня все. Ой. Там озвучка сработала, но я не прочитал, что прервал. Итак, жнец у нас работает один. Работает на коротких дистанциях. Он у нас может сам лечиться, если будет нормально действовать. То есть, если будет убивать, у него будет хп. Есть у него АУЕ, ульта. И есть возможность стать неуязвимым и выйти из непростой ситуации через shift. И надо этим всем пользоваться. Ну, еще телепортом. Почему дистанцию не сокращал? Как? Как? Даешь, красавчик. Еще 2-3 игры точно за жнеца. О, смотрите, у него иконка средняя на left shift. Похоже на бобра улыбающегося. Ну, в самом центре. Бестелесность, видите? Бобер в этом. Вон нос, зубы, улыбка. В каком-то балахоне он. Это не... реально, это мой герой. Слушай, надо собраться. За трейсер бегал уже. Сегодня нет. Но трейсер, она очень для меня тоже сложная. Она мне очень нравится. Динамичный очень персонаж. Но... Что за фантазия? Ты посмотри просто издалека. Вон. Только глаз не хватает. Глаза дорисуешь и все. Так, я хочу... Я хочу быть в тылу. Я хочу быть как можно ближе к врагам. Меня, кстати, здесь уже видят. Я боюсь, что... Не, я просто уйду вот так вот. Уйду 5, и... 4, 3, вот так вот. 2, 1. Начинается атака. Я знаю, что Макри сейчас пойдет куда-то в эту сторону. И я его принимаю сразу же. Там прямо у входа принимают, пацаны. Неплохо, неплохо. Ой, Макри, что ли, вышел уже? Это наш Макри.
Вражеский стоит в другом месте. Жесть! Как она есть. Оп-оп-оп-оп. Добро. Неплохо. Ну, на такой дистанции он чувствует себя очень хорошо. А вот если дальше, то дэмэджа нет. Сейчас еще хилочку. Вообще жжет. Давай, давай. Вообще дает. Короче, надо просто не бояться и... И мочить. Просто мочить козлов. Тихо, 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 тихо. Ай! Добро! Они вообще захватывать нас должны? Ну так, по идее. Там снайпер, я не хочу влево выходить, потому что там как раз вот рейнджовые стоят, а мне здесь так комфортно работать на мели. Кемперюга! У жнеца, кстати, еще хпшечка. Такая добрая очень. Снайпер. Да. Забили они уже выходить с этой. А, ульта, 10 убийств, ничего себе. Ты кажется, же дикий. Так, меня могут сзади сейчас попытаться опять обойти. Ай-яй-яй, shift, shift, же, shift, блин. Да, shift, вот. Shift надо было жать. Как только увидел эту хрень, надо было shift жать. Проклятие. Они продвинулись, судя по тому, что рез поменялся. Надо проходить поближе. Есть ульта, надо ее юзать. Юзать лучше сверху, спрыгнуть по возможности, конечно же. Что они как раз к точке будут сейчас проходить. Там щит есть, Уинстон. Что-то как-то они, их там мало для ульты. Хотя нет, нормально. Вообще даем. Уходи, уходи, уходи. Миша, Миша, молодец. Вообще дает. Вообще. Я в восторге просто. Минус 3, потом этого под ультой. Ух. Ну, по танкам, это вот самое классное по танкам работать. Они крупные, по ним хрен промахнешься, а дамаг ходит, дай боже. Сейчас, ну, сейчас подойдут те, которые... Зарезали сейчас. А звук-то с другой стороны. Не, они вышли с главного входа. Ой-ой-ой, не увидел я сверху Макри. Там еще сверху снайпер. Миха сам офигел, что он творил. Да-да, это было круто. Ворвался, убил троих. Потом ульту, с ультой сражался. Через shift дистанцию, потом прыжок. Потом туда, потом сюда. Короче, 20 секунд, нам нужно останавливать пацанов. Но я не успею. Хотя ульта есть. В теории, если... Нет, по такому маршруту я, наверное, не успею. Ну, не важно. То есть это важно, конечно, но... Тихо. Так а где там? Где народ-то, ё-моё? Блин. Еле-еле выжил. Ульта есть. Не-не, нельзя так. ХП нет. ХП вот здесь справа вроде.
Так, есть ульта, есть ульта. Помню про ульту. Светанули, кучность хреновая. Еще хилочка. Снайпер снизу. Видел двоих здесь. Не понял, а как так-то? Как он умудрился? Пять выстрелов точных. А ты ни разу не попал, блин. Заходим. Да, Рипер себя вполне комфортно чувствует вообще без, даже без тимы, на самом деле. Одна минута, продвижение груза нужно остановить. Сверху на него можно упасть, я все-таки... Блин, добил. Не хотел я на двоих ульту юзать. Хотел потом вниз прыгнуть. Ой, сейчас ультимейт будет. Ой, хорошо, его убили. Еще можно преградить им путь. Погодите, давайте, 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 давайте. Полминуты, полминуты. Как раз можно успеть. Давайте, давайте, наши, правда, убивают. Обходим, залим. Так, видим где? Видим снайпера, видим. Минус один. Танка убили, да все это. Я просто не хотел ульту сохранять, потому что мы и так побеждали. То есть мне нужно было просто остановить танка, который шел к точке. Просто если бы он дошел, если бы там несколько секунд продержался, то могли бы другие подключиться. А так все нормально. Слушайте, ну неплохо. Я думаю... Нет. Лучший игрок это снайпер бедристый. Огонь по готовности. Вообще зарешал не снайпер, зарешал... Райнхард, который ворвался и двоих или там троих замочил. Да я молодец. Покатай Дзеним, им никто не стримит. Так мы только что за него 4 игры откатали. Сейчас еще парочка-тройка жнецом. Потому что это была первая игра за жнеца. И было пара моментов хороших. Прям особенно начало мне понравилось. Когда вот реально понятно, что у него за роль. И как себя вести. То есть это контактный товарищ, очень опасный в закрытых помещениях, там где углы, там где короткие расстояния. Его не так-то просто убить из-за наличия в любой момент возможности прожать неуязвимость. И он еще более опасен в своей ульте, потому что, особенно на миссиях, где все жмутся в одной точке, если удастся попасть туда и ультануть... Оборона, жнец, это да. Ну, здесь, кстати, тоже очень много комнат, коридоров, которые через которые ты обходишь к тем зонам, ну, которые нужно защищать. Ну, или атаковать, неважно. Короче, они будут не только в лоб идти, я вот к чему, а будут еще пытаться через коридоры достичь заветной цели. И в этом плане два жнеца, бубль гум еще за жнеца. Странная у нас тема. Хорошо, что есть, по крайней мере... Ох, бастион и хороший танк. Очень хорошая скорость перемещения. Благодаря вот этому вот пацану афроамериканскому. Или мексиканскому, не знаю. Кстати, фару тоже вообще на рустримах не видно. Сегодня тоже была фара 4 раза. За каждого героя хочу по полчасика поиграть. Вот, а здесь для жнеца, наверное, все-таки вот тут ему где-то нужно обитать. У первой точки. То есть вот в этой комнате где-то. Потому что сюда будут забегать. Ну, можно, конечно, еще в начале встретить, но это очень-очень-очень-очень-очень аркадно. Тут, хотя если... Тут же есть выход с тыла, да, один? Через который никто не выходит, кажется. Ну, ладно. Я попробую тогда начать с тыла. Я услышал, кажется, здесь кто-то стопает. Работаем. Начинается атака. Защищайте объект А. Блин! Вот это она дает. Я даже shift не юзнул. Вообще не туда стрелял. Вообще унизила меня. Причем я со спины начинал, понимаете? У нее 150 хитов. Но она маленькая. Дробинки пролетают мимо рук, мимо ног. Одно дело
Одно дело в какой-нибудь танк разряжать дуплет в упор, что все дробинки достигают цели. Другое дело вот в такую вот дуреху стрелять. Ладно, попробуем. Комната. А, тут тоже рипер. Да, спровоцировал его, спровоцировал. Но он не мог там со щитом стоять более. Ой, этот свой жнец. Так, Макри сейчас будет ультовать. Бам-бам-бам. Ну, все в щит вроде прошло. А зачем я высовываюсь-то? Я не пойму. Хорошо, Петр, его попытки врыва пока не увенчаются успехом. Так, в соседнюю комнату добежал кто там. То ли снайпер, то ли трейсер. Трейсер, кажись. Я ухожу. Нафиг ты мне нужен. Нормально. Танка так принимаем. Трейсер сзади, я слышу. Она там уже в туретках. Как не вовремя. Блин. Я прям под ульту зашел. Прям под ульту. Надо запомнить его. KRT. И точку забирают. И не факт, что мы... Хотя там много вроде народу было. Все живые. Четыре человека там. А, там двое мертвые. Нет, значит, не получится эту точку взять. Хотя держат еще. Фара идет. Так, а может мне как-то... Так, давай попробуем обойти. Обошел, конечно, по-царски тоже. Здесь тупик, Карл, здесь тупик. Понятно. Нельзя команде надеяться на меня. Ё-моё, уже хпшечки нет. Вот здесь вот хорошо им тоже ловить. Воу-воу-воу. Я слышу ее, понимаете? Я слышу, но как бы сделать ничего не могу. Она такая шустрая, молодец. И мину поставила уже под турелькой. И продолжает там стрелять. Еее, наконец-то отыгрался. Тут Райнхард вражеский. Ха-ха, обожаю его убивать. По танкам работает ну просто изумительно. Ой! Еще разок трейсер убили. Перезаряжаюсь. Вижу танка. Подсветка хорошая. Фара работает. Да, все мелочь. Так, снайпер, Райнхард и пацан, который диджей подходит, да? Так, аккуратно, 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 аккуратно. Слева, слева опять трейсер. Я слышу. Она сейчас сзади зайдет. Да как? А, да снайпер справа. Простреливает. А, нет, снайпер уже слева. Нифига она обнаглела. У нас на респе стоит фактически. Так, надо выйти сейчас слева и телепортироваться к ней. Если она, конечно, там еще стоит. Есть. Да, щит великолепно держит. Я надеялся за него зайти и ультануть. Но вот, все поглотил щит. А фара еще сзади ДПСила. Шикарно. Так, хорошо. Значит, у нас тут пальба идет. Невероятная. Я пока не знаю, куда мне. Ха-ха-ха.
Этот ультует. Ну, вроде работаем пока. Сзади еще кто-то был. Прям бежал. Да ё-моё, фара. Так, хилка нужна. Хилку жрут. Так, тут снайпер справа. Так, надо уходить. ТП, не, в смысле хилов, хитов нет. Творится полный хаос. Никто ничего не понимает, я уверен. Пара сверху. Нет, мало хитов. И тут трейсер. Нет, нет, нет ХП. Нет ХП, нет аптечки. Нет. Почему я не перезарядился? Ноль патронов. Ноль патронов. Блин. Хорошо играет товарищ. Надо за трейсер будет тоже поучиться. Но она дикая, она просто дикая. Она... Ну хотя нет, здесь такой момент стандартный был. У меня выбора не было. Я не перезарядился, в этом была ошибка. Ключевая. Так, что мы видим? Фара взмывает воздух, там же снайпер находится. Я думаю, что надо куда-нибудь вон туда вот... Понятно. Что-то много там всего, ну ладно, зайдем. Да, это была ошибка. И опять его аптечки стою. Давай, хилка, ну ёшки-матрёшки. Добро. Так, ульта почти готова. Так, давай-ка зайдем. Ультую. Ну, ультую! А-а-а! У меня не готова была в тот момент ульта. И сейчас точку Б надо защищать. А ее уже все, ее уже совсем... Короче, надо врываться. Нет, вроде живем. Давай, скорее, 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 скорее. Так, Райнхард. Защищаем. Отобьем. Отбили. Ух, классно! Так, вижу. Опять этот трейсер сумасшедший абсолютно. Она поставила бомбу, убила двоих. Убили мы ее. Турельки стоят, молодцы. Фара стреляет. Макри. Ой, не, нельзя, 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 нельзя. Так, Макри, вижу, выходит. Ультимейта нет, вот это плохо. Танк работает. Там сзади что, фара или... Нет, это просто... Не, фара стреляла сзади. Вот ее труп как раз. 30 секунд осталось. Дефаемся. Они сейчас будут ломиться. Последний раз. Ах, аптечку взял. Ох, сзади еще. Держитесь, пацаны, секунда. Ну. Нет, дополнительное время, что ли? Да ладно. Дополнительное время. Нет. Куда я полез? Зря я полез за Райнхартом. Ой, зря. Надо было просто стоять наверху и ждать. Но я увидел там нашего союзника, думал, ну сейчас хелпану. А он еще аптечку, блин, сажал. Такая жесть.
О. Классно. Всем чатики привет. Сегодня мы по полчаса играем каждым героем, получается где-то по 3-4 раза, для того, чтобы получше познакомиться с каждым из них. Сейчас вот две игры отыграли жнецом, но вторая игра, конечно, получилась хуже первой. Трейсер хороша. Чертовка. Очень хороша. Вот бы с милишником в узком проходе подрался, говорит Диес. На самом деле, мы столько раз его... Так, здесь атака и та же самая карта. Жнец тут, конечно, не факт, что зайдет. Хорошо. Так же, как вряд ли правильный выбор у Бубльгума. У нас же атака, Бубльгум. Ты же русский, ты же вроде стрим слушаешь. Зачем тебе симметрия? Где ты собираешься ловушки-то ставить? Нам... Точки атаковать надо. Вот Фархим играет. Взял, соответственно, Макри. Рейнхард у Груви Бой. Но вот Бублгум меня что-то обескуражил симметрией. Ты Ханзо играл? Нет, сегодня не играл Ханзо еще. Надо, кстати, запоминать, за каких героев играли, за каких нет. Сегодня будет такой вечер и завтра. Я думаю, мы уложимся с вами. Сегодня посмотрим 8 героев и завтра еще 8. Так, ну, жнец хороший, конечно, герой. Очень хороший дамаг, на ближней дистанции просто великолепен. Убить сложно, ульта полезная, телепорт полезный. Друзья мои, чего же вы делаете? Я не хорошая битва. Неплохо. Я чертовски злой. Я готов. Что смотришь, как на привидение? Ну, здравствуй. Чего мы ждем? Выпендриваемся. А куда идем-то? Какой выход-то? А, все с парадного выходят. Молодцы. Смело. Вот мне даже любопытно за симметрией понаблюдать, потому что где она будет свои ловушки ставить, это загадка. Так, вижу... Я вижу туретку, телепортируюсь за нее. О-хо! Встречайте! Бобер-убийца! Просто ворвался и все. Видели как? Нет, нет, вы скажите, видели, нет? Просто изи. Телепорт, тыл, бах-бах-бах-бах. Ой, надо же встречать танков. Встречайте. И вот она, первая точка. Добрый вечер. Работаем дальше. Сейчас надо вообще в тыл уйти. Я попробую форсировать события. Оказаться сразу же здесь. О! What the... Ладно. Опачки, добрый вечер. Попы, конечно, у главной героини. По целевой аудитории прям сделаны. Нагловато, нагловато я попер. Надо было сделать так, чтобы дождаться своих и с фланга зайти. И тогда танк бы ушел вперед. И все было бы ок. Ой, опасно. Там снайпер попал. Прямой и потом добил. Этот Рейнхард просторопнее. Да, 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 это значительно лучше. Тот не находил ничего. Ой, слушайте, там уже до точки доходят люди. А я торможу. 85 на ульту. Три трупа уже впереди. Ой, да ладно. Ой, ангел еще сюда зашел. Как же зря. И Рейнхарда убил, и ангела убил. Она хотела спасти его. Дурында. Так, я за хилки, короче.
Это моя база, я тут жру хилки. И в тыл сразу. Вот в такие вот штуки. Ой, тут хорошо. Ой, как хорошо, зайдем. Надо теле... Подожди. Пусть на него выйдут. Пусть на него выйдут. Блин. Добро. Чардж неудачный. Больно не будет, просто укольчик. Так, Райнхард справа. Хилку сейчас возьму, он сам сюда должен подойти вообще. А почему я shift не жму в такой ситуации? Вообще, какого хрена? Это же элементарно. Видишь, что не уйдешь, shift нажимаешь и профит. Все. Очень зря я так опрометчиво игнорирую спасающие скиллы. Очень зря. Так, ну, не знаю как. Я вижу, снайпер там сидит. Можно попробовать телепортироваться к снайперу на самом деле. Так, чисто на дурку. Ой, не туда, не туда, нет! Блин. Там телепорт прыгает, знаете, вроде как первый раз нормально было, а второй раз он скакнул на... Так, надо собраться, пацаны, надо собраться. Зачем в лоб заходи в тыл? Так это и есть тыл. То есть можно слева быть, можно справа. В лоб это вон, через главные ворота. Просто она сидит. Ну, хотя можно, исходя из этой логики, зайти вообще отсюда попробовать. Но это все равно аркадка такая. О, здесь хорошо, действительно. Слушайте, реально хорошо. Тихо, 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 тихо. Турель? Ой, там ульта танка! Ой, это наш. Жива. Не, не жива. Все, ГГ. ГГшечка. Победа. Больно не будет. Лучший игрок матча. Груви бой. Вообще слева обход значительно лучше оказался. О-хо-хо! Так вот, что зарешало, посмотрите. Танк культует, тут же его тоже снимают. И он еще прикрывает от снайперов, красавчик. Вот это да, вот это красиво было. Вот это воровался он. Так, давайте еще разок за жнеца, и потом переключимся на кого-то другого. На кого-то другого. Да, эту игру еще хуже, чем предыдущий отыграл. И уж тем более хуже, чем первый матч. Танк подкрался, да. Поменяй на Твиче название игры. А там кто-то смотрит на Твиче, что ли? Я просто даже не логинюсь там, к сожалению. Ханамуру, это здорово. Вход в систему. Какой же у меня там аккаунт-то вообще? Так, информационная панель, наверное, да? Дэшборд. И Overwatch. Есть. О, заработал, нифига себе. Смотрит, говорит, one. Смерть уже рядом. Так, как мне перейти-то, посмотреть на свой Twitch канал? Да ничего себе. Действительно смотрят. Так, ну хорошо, у нас атака. Две точки традиционно. Первую взять попроще, но на самом деле здесь все не так просто. Надо, во-первых, умудриться зайти в тыл. И проще всего это сделать по левой стороне. То есть там есть такое окошко, в которое теоретически можно стелепортироваться и потом через shift обойти. Там же хилка дальше.
что здесь противники часто ставят турели. Здесь часто бастионы сами по себе играют. И ломиться через основной довольно опрометчиво. Особенно моим классом. Там красавчик. Телепортируюсь в окошко. Да не в окошко. Вон, турелька стоит. Может, за нее? Я же смогу за нее телепортироваться. Там с ангелом, правда, она. Пробуем. Блин. Добро. Ну, я зашел, Макри убил. Туретку вроде заставил перекопаться. Вроде неплохо ворвался. Как вы думаете? Турелька стоит с той стороны, да? Давайте попробуем вот так вот. Раз. Блин. Готово. И наши врываются. Я опять же с тыла зайду. И хпшечка тут с тыла. И с тыла можно... А, норм, все. Классно, слушайте, я помог тебе. Я реально помог тебе сейчас. В первом врыве. Переходим к объекту Б. Атакуйте объект. Как скажешь. Так, ну здесь нужно понять вообще, где у них стоят туретки. Сверху стоят. Я телепортируюсь прямо на нее. Ой! На мувик. Да там не видно вообще из-за этого щита, куда он телепортируется, за него или перед ним. Это капец, это просто подстава какая-то. Турель далеко по правому флангу, я обхожу. Полетела Ханзо ульта. Так, стоп, а могу ли я? Могу. Только надо было зайти по-другому. Вот отсюда же можно? А туда он. Да надо просто было с этой стороны забраться и всем. Так, сфера гармонии на мне висит. Так, красавчик. Твою ж налево. Ай-яй-яй, чуть-чуть не хватило хпшечки, чтобы... Посмотрите, какие там дохлые. Там реально... У меня только накопилось на ульту, я выхожу, типа... Да, нет-нет, надо было не юзать ульту в такой ситуации. Уже хп мало было. Ладно, чуть меньше 7 минут осталось до штурма. Они сконцентрированы с правой части. Хотя, кстати, это повод наоборот... Нет-нет-нет, я там не смогу зайти. Ультует красавчик. Поехал куда-то рядом. Причем. Турель с той стороны. Так. Назад. Да хилка нужна. Там, кажется, турель ставит справа гном. Ой, ульта! Воу-воу-воу-воу-воу, все-все-все, я понял, был неправ. Настрелял хорошо, но он очень плотный там, прям очень плотный. Мне нужно хильнуться, кажется, хилка здесь есть у нас. Да, и ангел еще помогает. Так, бастион. Надо, ну туда надо мне туда надо. Мне нужно в тыл, там как раз, а вот еще большая аптечка за углом прям была. Хорошо. А почему? Почему у меня... Так, давай ворвемся в ульте. Турель ДПСит. Дико ДПСит турель.
Да, он поворачивается и все, и полсекунды тебя уже нет. Окей. Как же быть там? Как же быть, Том? Ой, слушайте, я не туда иду вообще. Так, давайте слева посмотрим. Там вроде тоже есть проход. Если сюда телепортироваться. Блин. Там все перекрывает она. О, ульта пошла. Хорошо, убил двоих, но не добил, к сожалению. И опять этот турель меня, которая справа. Вот она жжет, а. Смерть меня не остановит. Обрети спокойствие. Так, давайте справа. Справа, справа, справа. Причем она там уже и слева есть. У нас чуть меньше 4 минут. Ультует крысавчик. И ультует гном. Нельзя, 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 нельзя. Блин. Да я не успел бы за аптечкой добежать. Прямо и налево. Наши пацаны врываются по... В лоб. Трейсер тоже. И в прошлый раз мы с ней практически одновременно умерли. Мне кажется, мы просто не скоординированы работаем, и все. Вот в этом главная проблема. То есть кто-то штурмует центр, кто-то пытается и безуспешно пройти вот здесь вот. Мы сейчас с красавчиком, может, прорвемся здесь. Ульта почти есть. Да, ай-яй-яй! Я такой нубас, там выход с базы, я думал здесь тупик. Я реально карту не... А, для меня это тупик, для них это выход с базы. То есть я помню, что спиной упирался, когда вот в прошлый раз с ними стрелялся. Ну, когда не с другой стороны, когда в турели стрелял. А оказывается, там просто вход в их базу. Всего лишь. Так, две турели, обе слева. Обе турели слева. Я телепортируюсь, пробую зайти. Отлично. А, тут не достать, да? Тут мне нужно запрыгивать через телепорт. Там трейсер я вижу. Телепортируюсь. Жесть, просто жесть. Есть ульта, снайпер снимает мне. То есть может зайти все-таки. Давайте я дождусь пацанов. И ворвусь в ульте. ХП, правда, жалко терять. Ё-моё! Фархим снял. Меньше 2 минут. А, нет, дуплет просто был. Фух. Как-то они засели плотно. Что с этим делать? Что с этим делать? Так, давай... Блин, сейчас заблудился в двух соснах. Я хочу опять телепортироваться и... Пройти сюда. Как призрак из тьмы. Блин, она... Одна минута, ё-моё. Высовываешься и сразу в жбан получаешь. Капец. Все у нас трупы. Ладно, поехали. Да едешь! Видели? Ай-яй-яй. Надо было шип жать. Так, есть шансы. Есть сейчас шансы у противника у нас зайти, потому что турелек нет. Давайте, 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 пацаны. Я иду, я иду.
10 секунд, 9. Надеюсь, они там стоят. Я вижу, там только два трупа. Блин, беда. Ну. Да, нет. Да, вроде кто-то из наших есть там, но там две турели. Я телепортируюсь, пытаюсь, но по мне стреляет турель. Да, это ГГ. Баба. Не хочется, конечно, заканчивать на этом за жнеца, но время поджимает. Время поджимает. Увы. Вот хорош. Хотя нет, это же позапрошлой игре было. Короче, давайте выберем следующего героя. На этом я пока паузю. Пешечка, да? Сейчас попробую с тыла зайти. Нет ощущения дежавю. Да, только фейс у нас откатывается очень-очень хорошо. Добро, ворвались. Захватываем. Ой, ульта, 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 ульта!